Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. К 2024 году в ДТП на российских дорогах перестанут гибнуть люди. Имеется в виду, правда, только платные трассы. Такую уверенность высказали в ГИБДД. Эта новость появилась одновременно с сообщением о том, что максимально разрешенную скорость на платных дорогах предлагают увеличить до 150 км в час. Это может коснуться и центральной кольцевой автодороги в Московской области. Добавлю, что ранее сообщалось о планах по строительству платной автотрассы, которая пройдет в том числе через Кировскую область. Реализация ожидается ближе к 2035 году. Трасса 101. В Верхах прорабатывается возможность получения россиянами банковских услуг по водительскому удостоверению. Данный документ, говорят чиновники, имеется у многих граждан. Почему бы не разрешить им пользоваться наравне с паспортом? Что за услуги имеются в виду, пока не уточняется. Возможно, это будет, в частности, обмен валюты на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. Трасса 101. «Лада 4х4» – самый популярный внедорожник на вторичном рынке. Спрос на него в этом году, по данным агентства «Автостат», вырос на 13%. Вторую строчку занимает «Шевроле Нива» – минус 13%. На третьем месте «Тойота RAV4» – плюс 5,5%. Также в первой пятерке «Ниссан Кашкай» и «Renault Duster». Трасса 101. Зарубежные эксперты ополчились против вещей, которые многие автомобилисты привыкли вешать на салонное зеркало заднего вида. Обычно это елочка или другой освежитель, игрушка или прочая безделушка. Дело в том, говорят специалисты, что водитель привыкает к тому, что справа в поле его зрения что-то маячит. Эта привычка может сыграть злую шутку. Шофер не успеет быстро среагировать на пешехода или велосипедиста, который выскочит на дорогу справа. Трасса 101. IMT – так называется технология, разработанная компанией Hyundai. Это автомобиль с обычной механической коробкой передач, у которого, однако, отсутствует педаль сцепления. Как же тогда происходит разъединение двигателя и коробки? Автоматически. Специальная система понимает, когда водитель собирается переключить передачу, и выжимает сцепление. Все будет работать идеально, говорят корейцы. Впервые такая трансмиссия появится на одном из кроссоверов. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.